мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня я веду свою трансляцию уже с горизонта, потому что сегодня я встречаюсь с девочками, с двумя блогерами с Ростова. Ссылочки обязательно на них оставлю внизу. Еще никто не пришел, я пришла первая. Сегодня будет Полина и Соня Асланян. Я с Соней познакомлюсь впервые, с Полиной я уже виделась. Кстати, сейчас я сижу в Starbucks в горизонте. И это первое место, где мне бесплатно, просто с хорошими пожеланиями, просто налили кипяточка. Потому что у меня кофе свой, диетический, чай свой, диетический, еда своя, растворимая. И, к сожалению, не могу ничего себе позволить со Starbucks. Поэтому они даже и денег с меня не взяли вообще. Starbucks рулит, он мне всегда нравился. Интерьер, обслуживание, ну и плюс еще вообще супер молодцы. Вот этот парень, кстати. Ладно, все, жду девчонок, потом включусь. Сегодня в меню у меня, кстати, гороховый суп. Я обожаю крем-супы и очень много крем-супов вот в этой программе. Я кайфую. Да, кстати, я не сказала, что сегодня за программа у нас Мазерка. Сегодня делают какую-то вечеринку. Это там, где детские вещи продаются для будущих мам. Ну, знают все эту фирму. Вот. И мы вот решили сходить туда все вместе, мамочки втроем, блогеры ростовские, три мамочки. Вот. И сходить туда, посмотреть, что там будет сегодня. Ну вот, мои крошки, дождались мы Полину. Ты говорила, что ты с подружкой придешь. Она меня поцеловала, Соня. Сделала мне румяна. Сейчас, она к часу. А, ты Соню имела в виду? Так я знаю, что Соня. Я думала, да. Ты еще с одной подружкой. Нет. Ага, значит, мы ждем Соню, у нас будет трое. Ну, это как я и сказала вначале, вы про подружку ничего не знали. Вот, все. Тут, значит, еще одно место нарисовалось. Не только в Мазерка мы пойдем, еще где-то здесь красят. А я такая накрасилась, я вообще подготовилась. Ну, ладно. Поехали на макияж накрасили. В общем, везде берем вас с собой. Все, мы дождались третьего человека. Привет. Будем знакомиться. Привет, да. Селена. Это Соня. Соня, очень приятно. Привет. Все, собрались. Мы идем. Понимаешь, что я что-то взяла, но пока не снимаю. Давай. Ты снимай. Присоединяйся. Молодые мамочки собрались за покупочками своим детям. Я так понимаю, я так помню, что вот это серьезно. По-моему, он очень прямо кажется. Ищем Мазерка. Все, мероприятие началось уже. Нам дали вот такие супер-мега-браслетики. Ой, такая милота. Я люблю всякие такие мелочи. Что у нас здесь? Уже мамочки приходят всякие. А нам будут сейчас сделать массаж ручек. Ой. Там всякие... всякие духи, все дела. Макияж будут делать. Я, конечно, правда, накрасилась. Ну что, давай я присяду, да, а потом ты? Да, конечно. Иди. Я не спешу. Так, я вот села, супер-мега накрасилась, но я хочу что-нибудь добавить. Сейчас вот, может быть, блестки, хайлайтер. Я же люблю хайлайтер, я же такая вся светяшка. У девочки розовые волосы, розовый оттенок. Красиво. Но у меня бы такой не получился, она прям блондинка-блондинка. Хотя... Что-то тут все пустили. Ой, какие малыши красивые. Вы запомнили, как наносить правильно халат? Это я вот так на все лицо. Ну что ж, по правилам. Жонглируем камерой. Нужно быть яркой в жизни. Косметики никогда не бывает много. Как это одна из юмористок, она сказала, что косметика это в первую очередь зимой. Чтобы было теплее. Это что вы делаете? Там у скульптуры расширена. Вот, кстати, покажите мне, как правильно наносить вот эти скульптинг вот здесь именно. От кончика ушка до кончика губы, вот здесь проваливается косточка, мы на нее наносим. Mm-hmm. Движение вверх-вниз, а потом круговым движением, чтобы растушевать. Mm-hmm. Сейчас мне синяки уберут, злосчастные мои. А то худею, говорят. Селена, синяки у тебя уже, хватит худеть. Сейчас все замажем, и как не было, можно ходить дальше. Ой, мне кажется, я могу уже в рекламе какой-нибудь сделать. Да мне здесь все сделали вообще. Все.
Я пошла. Это Соня сказала, что ей нравится био. Да, да. Да, да. Очень хорошая вещь, девочки, попробуйте, почитайте брошюрки. Очень положительные отзывы у нас на этапе, если пользуетесь до беременности растяжкой, вообще если уже сформировавшаяся растяжка, рубец от кесарева, например, или просто где-то у вас под шрамик, уходит уплотнение, то есть выраженность уменьшается, становится более шлифованной. Короче, масло от всего вообще, от рубцов, от всего, от растяжек, от нервного цвета, а и неровного. Ну, от нервов тоже. Это, они же, наверное, пахнет, ароматерапия. Приятно, да. По Фрейдику. Можем вскрыть. Давайте вскроем. Давайте, я могу вам даже на ручке. Ой, у нас сейчас будет массаж на чуть-чуть. Оно будет достаточно плотное, но если капельку выдавить, то... Смотрите. Не могу даже говорить. Ну да, ароматерапия есть. Да, единственный момент, если есть ярко выраженная аллергия на травяные компоненты, ага, вот может быть. А все остальное со второго триместра у нас мамочки пользуются. Такой успокаивающий аромат. Да, да, там натуральные все компоненты. Короче, кто не знает биоойл, надо попробовать. Я вот на самом деле не слышала. Ручки, ручки. А я снимаю. Ну как ты себя чувствуешь? Очень приятно. Я чуть не... У вас это так пахнет? Не заснула, честно. Еще комплименты дают вообще. А мне дадут, если всем дадут. Всем дадут. Как вот эти штуки нереально пахнут. Раз хотя бы вот этот снимите, чтобы он... Положите в мешочек, раз, два, три, там и мешочек убирайте. Два раза больше. А потом сюрприз дарят в пакете, а там твои вещи. Такой брюлик. Смотрите, здесь, конечно, не все ароматы представлены. Существуют в брейте, но можно попробовать. Аромат Peonin Blush Sweet, здесь пион, красное яблоко и ноты замши. Да, мне замши в шлейфе как раз будут придавать такую пудровость. О, да, мне очень нравится. И мягкость аромата. Я люблю пион. Пион. Еще и замша. Да. Можно послушать аромат Мира и Тонко. Здесь мало дерева мира, нотки лаванды и бабы Тонко с белым кускусом. Я папарацци. А вот еще что-то из кислинка. Если что-то такое, то только с кислинкой. Well, Google, здесь колокольчик, хурма и белый мускус. Ой, вот это и вот как раз таки белый мускус тоже будет давать. Ну, так мило, прям такой прям мягкий-мягкий. Да, мне кажется, я вот этот хочу. Сейчас я вам еще один покажу. Слинка прям кайфовая. Колокольчик очень классно пахнет, любые ароматы, как оказалось. Слушайте, здесь ежевика, лавровый. Блин, это ежевику, ежевику все хвалят. О, она прям как будто с листвой, да? Да, да, такое звучание, как будто ягоды. Листики прям, да. С листьями. Как вот куст прям пахнет. В лесу. Блин, это необычно. И то. Но ежевику, кстати, я смотрю, многие прям хвалят. Многим она нравится. И она будет такая очень мягкая. Легкая по текстуре. После меня идут все ванны, говорят, что там варилось, что ли? Так, все бриллианты вернули, еще что-то дают. Подарок. Подарок. Спасибо. Все потом покажу. Очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. Не снимала. Ну вот девчонки кушают. Я решила пойти. А я не знаю, как я нажимаю на кнопку, что я не снимаю. Вкусно? А я на диете. Говорят, что здесь обезжиренный кофе с обезжиренными сливками. Не говорят, это правда. Это Starbucks, да, у вас? Да. А что я не знала, надо было мне взять. А я со своим кофе хожу. А что это вы? Я вот на диете, и мне нужно все обезжирено. Зачем вам? Хочу быть красивой страны. А что сейчас, что изменится? Да я просто сушусь, сушка у меня. А, тогда одобряю. Хочу кубометры на пузе. Ой, наша сирена. Ну-ка, попробуем. Тут сахаром без? Без. Если нужно, можно добавить сахар. Не, ну мы же на диете. Спасибо. Пожалуйста. Тогда все без сахара. Конечно. Я нашла какого-то малыша. Видишь, такая штука клевая. Я помню, уже открывала ее. Но она буквально вниз. Ой, мой будет выпрыгивать из нее. Да, скажет, что... мама, куда ты меня положила? Смотри, вот это. Это просто вот. Куда тебе люлечку? У тебя уже большая дочка. Да. Раньше пойти. Или
Лялька, ты чё лежишь, скучаешь? Вот послушный какой. Лёг, лежит спокойно. Ой, всё выпрыгивает. Выпрыгивает. Так, надо посмотреть мне шапочку и костюмчик на весну. Маг дает подарки. И сертификаты? Сертификаты на макияж экспресс. Действует 3 месяца. И еще тональный крем. Очень легкий. Тональный крем. И база, как я говорю, готовится. Ой, супер. Все, будем солнце дольше. Короче, вот сколько нам уже подарили. Мы сегодня соберем все здесь. Да что ж такое-то, я опять не снимала ничего. Мы идем в тур. Да. Желка на улице. А знаете, куда? Мы по приглашению нет. Не уходи. Ты снимала это? Это момент трэш. Я его оставлю, конечно. Не упади, смотри, нет, такие погоди. Тут такие ступени. Полину превращают. Она уже подтонированная, скорее. Вот нос всегда блестит. Расширенный кожи. Какой свет красивый. Пойдем мы там вот заснимемся. Давай, да. Вот, смотри. Привет. Да. Какая красивая. Здесь такие помадки, всякие штучки. И как мне нравится столик этот, я всегда обращаю внимание. Может, здесь есть кто-нибудь свободный и тоже нам что-нибудь сделать? Да. Можно губы попросить. А можно спросить? В общем, сейчас меня умоют, сделают новый мейкап, дадут мне все рекомендации по моей коже, я потом с вами поделюсь. Ну и увидимся после мейкапа, посмотрим, что мне интересненького сделать. Я прошу чуть необычное, точно. Да, у меня это маленький заснул, я уже, у меня глаза уже просто песок. Спать хочу, я вот так мицеллярку нафигачила, вот так протерла красное лицо кремом намазала. Меня умыли. Немножко. Сейчас мне сделали какие-то основные такие вот уходовые вещи, тональные нанесли. Остались у нас глазки и накрасили, вот Полиночка накрашенная. Вообще, мы теперь будем, значит, вторая часть влога будет теперь такая с профессиональным мейком. Спасибо Fashion TV. А? Ты весь влог будешь? Нет. Как? Первая процесс. Часть влога, вторая часть влога. Все в одном влоге. Обновленные. Так, где наши девочки? Они должны наверху остаться. Я думаю, там уже все заканчивается, а мы-то побежим. Побежали. Сколько вообще нужно? Привезли пробнички, кстати, мы сможем опробовать вот такую вот косметику классную. Так, держи. Сейчас посмотрим, что у них тут есть. Вот такой кремушек еще дали. Ой, кремушек. Масло, да. Так, пойдем, да, что там мы отложили. Пойдем. Подарков море, да, правда, в этот раз у нас. Вот еще мира, нет, еще у нас. Еще подарочки. Интересно, что там интересно? Так, сейчас, надо шапочки купить. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Надеюсь, спасибо, что пригласили. Да. Так, все блогеры Ростова, по-моему, собрались. Надеюсь, да, сейчас просто задарили. Ну, кстати, в очередной день. А, ну это я уже говорила. Смотри, мне сегодня вышел блог. Все ростовские блогеры. Очень Мира, Соня и Полина. Ссылки на канал. Под видео. Ссылки под канал. Мысли, да. Нет, я вас хочу снять вот такими, я самая красивая должна быть. Такая раз, позаботилась, и все такая, посмотрите на этих двух.
на этих урод, на этих страшилок. Ты не прихорашивайся. О, так она, главное, снимала все это. А, да, ты снимала? Да, да. Ладно, все, мы прощаемся уже. Я побежала за Кристинкой. Вот. Вот такое фото делают. Такое, из нас. Ой, надо сфотографировать точно. Она мой сделает. Руки длинные, да? У меня просто сумка там. Ты видео включила? Нет, нажми вот это, фотка. Нет, ну фотка. А, фотка? Девочки сошли с ума. Четверное фото. Куда я смотрю? Теперь точно все блогеры. Нет, Кристина не хватает. Блин, я все это время снимала. А тогда не снимала. Иди сюда еще. Можно я тут? Оставлю. Полина! Да ну, не... Ладно, ладно. Я чистый урод. Я тоже страшно. В общем, вот так вот классно мы посидели, честно говоря. Я сейчас еду, прям вся такая под впечатлением, потому что я знала, что будет круто, и не ожидала, что будет настолько круто. Мы реально очень классно провели время. Блин, если бы был видеооператор, который смог бы нас заснять со стороны, просто вы бы увидели, что это счастье. Четыре девчонки собрались вот так в одном месте. Я уже давно не собиралась вот так вот таким большим количеством девчонок. Лишний раз убедилась, что да, у нас рты вообще не закрывались. То есть у каждой было что сказать, каждая личность, каждая с интересным таким опытом, внешностью, мыслями. И вот прям я... Нереально круто провела время. Спасибо, девочки, вам за то, что вы есть, и за то, что мы познакомились. Я надеюсь, что мы будем встречаться чаще, что будет у нас у всех такая возможность. Вот, потому что большинство мамочек. Ну, я надеюсь, что все будет у нас хорошо складываться, и мы будем летом вместе гулять, выходить в парки. Будет больше возможностей у нас так вот веселиться. Ну, блин, я под впечатлением, правда. Сейчас еду Кристиночку забирать мою, и мы едем домой. К моему малышу. Отпускаю маму. Делай дела. Давайте музыку хорошую. Если такую штуку поставить, то мне будет нормально. С горлом солянку. Все камеры стоят грустные. Ой. Ой. Я стою, смотрю. Мне было интересно, что знаешь. Какая камера у... Я всегда путаю букву. Амиран. Амиран? Гуджи. Sony маленькая, да? Мне кажется, да, у него белая. 37 тысяч. Амиран. Ну что, ты ждешь? Сейчас принесу. Скоро буду Кристинке супер мега качественные видео, потому что у нее ну, в два раза больше, чем мой почти. Ну не в два. Мне сейчас не надо снимать, я злая и грустная. Не простите, готова расплакаться. Все хорошо.
пришли мы домой, тут мама говорит, смотрите, что я сделала вам. Вот так все разытывала, уже у меня малой ползает по полу. Эй, эй. Ну-ка. Мама, ну мы хотели на тебя смотреть. Жопочка? Все, смотри, смотри на меня. Да, мама, здесь будет... Так, посмотрим, что за подарки. Нам сейчас разденусь, маму отпустим, посмотрим, что за подарки у нас там. Вот нам куча всего надарили, значит, всяких разных подарков. Вот интересно, что в этой коробочке, это от Jo Malone London. Сейчас откроем, посмотрим. Нам подарили от MAC сертификат на косметику, подарили базу тональные средства. Вот, вот такую штучку, ну, это вы видели, мы брали в... Это мы брали масло такое. Кучу пробников просто разных для ребенка, для всего. Салфетки он сыне уже понравились, схватил. В общем, вот такая вот штучка от Мэрис. В общем, много интересненького, приятненького. Будем все это пробовать. Так, а что же у нас здесь? Что за... Что за запах? Ой, шикарно. Унисекс. Прям точно знаю унисекс, потому что у меня что-то похожее было. Черный. Ну классно. Классно. Очень приятно. В общем, прекрасно провела время. Познакомилась с девчонками, получила кучу подарок, впечатлений новых. В общем, мы в кайфах. Синуня. Синуня. Тебе так салфетки нравятся запечатанные? Никогда такого не видел, что ли? Иди книжку почитаем. С ароматами. Сын. Все, мои хорошие, с вами прощаюсь. Пока. До следующего видео. Пока.